Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я педагог по скорочтению детской образовательной школы Junior Pro. Мы сегодня проделаем упражнение, направленное на развитие периферического зрения, а также левого и правого полушария. Переходим к технике выполнения упражнений. Обратите внимание, мы с вами рисуем сначала волны от центра к краям, дальше вторая строчка слева направо, а потом справа налево. От краев к центру. И получаются вот такие вот небольшие интересные волны. По мере развития данного навыка такие волны заменяются уже симметричными рисунками, то есть они уже намного сложнее. Также нужно, не отводя рук от рисунка, прорисовывать каждый штрих, и получаются вот такие тоже рисуночки у нас включены в сборники. С такими рисунками мы тоже работаем.